Всем здорово, ребят. Ну что, очередная новая имба от HGG у нас сегодня будет на обзоре. Как оказалось, вчера мы бегали на стриме. Лиз очень круто стоит на дефе, и ронины сливаются налегке. Но это такое, то есть ронин плюс-минус против донатных, против топов, у кого нету лиса, ну это пока нету, будет все равно тащить. То есть, как бы вы хотели, не хотели, но ронин в определенной сборке все равно будет бегать, жить, ему будет на все насрать, вот как сейчас, да, там. Он, по сути, не убивается, то есть, на максималке. Против только единственное, но у меня просто нету сейчас где найти противника, чтобы у него был лис, показать вам, как же все-таки... Он убивает ронина, но он его убивает. То есть вчера я проходил битву гильдии твинкам против топов, которых я прошел. И ронин улетал просто на ура. Ну, в принципе, как и другие герои. И это, в принципе, хорошо. С одной стороны. А с другой стороны, это печаль для без донатов. То, что, опять же, сложно будет проходить топов. Такс. Ну, сейчас пощелкаем. Найдем, не найдем. Вряд ли мы найдем сейчас что-то интересное. Ну, вот вам Фрэнк, Фрейя, Зефир. А, вот есть лис, отлично. Просто гуд. Вот, посмотрите, мой ронин начал проседать. Ну, не так, чтобы совсем, но вот его слили. То есть на сегодня ронин актуален только против тех, у кого нету лиса. Он сливается. Ну, а сейчас я вам покажу сразу же, ребят, следующую имбу. Это у нас бардик. Сборка очень простая. Огненка. Посмотрите внимательно на вот это вот. Только что ронин слился у нас налегке, в принципе. Давайте, я не знаю, давайте ворожа еще запустим. Чтобы его тоже слили, попробовали слить. Я надеюсь, его сольют. Он по нему миссают. Не, сливают, сливают. Попадают, сливают, отлично. То есть он сливает. Сливайся давай. Не хочет он сливаться что-то. Я думаю, должны слить. До половины сливают. Ну, по крайней мере, он проседает. Лис у нас все равно бьет в сторону барда. Надо было их вместе выкидывать. Ронина уже даже резнули. Вот посмотрите, лис по ронину бьет. В общем, сама суть. Ронин сливается. Ворожей, я не знаю, сольется, не сольется. Вот ронин ушел, слетел. То есть против лиса... Так, ну, все равно не могут убить. Бард помогает этому, тут помогает второму. То есть герои, скажем так, у нас все в основном сливаны. Если бы не было сейчас барда, ворожея бы, наверное, слили. Поехали дальше. Поехали дальше, может еще что-то найдем интересное. То есть я вам показал, что ронин, по сути, против лисички уже не особо тащит. Да и лисичка сама, смотря, конечно, какая сборка. Здесь у меня сейчас лис ремочный, это как раз после запределя я вам показываю. Вот слился, отлично. Ворожей, супер паттон. Ну, по нем будут миссать, скорее всего. Ладно. Что мы имеем? Если ронин у нас был очень крутой, то на сегодня вот такая вот сборка барда, она самая крутая в игре, это самый теперь неубиваемый герой. Если можно слить Зефира там с помощью Мэри и остальных,
Можно убить ворожея с топовыми уклонениями, можно убить Ронина, можно слить Фрейю, всех остальных. Этого героя вы уже не сольете 100%. Бард в такой сборке, мы вчера на стриме тестанули, и я решил вам записать видос. В такой сборке он просто не сливается. Мы сейчас, я вам просто закину его в толпу, я вам показал на примере лисички, что лисичка не спасает. Сейчас мы поищем, чтобы все герои стояли кучно. По возможности топовые. Либо с водушками. Вы просто видите. Так, землеройка, Фрэнк, Рея, Зефир без водушки. Вы видите, что такое опять сделало нам IGG, какой они нам принесли подарок в виде нового таланта. Если Ронин не тащит против лисички уже. Так, Мэри, Стрелок. Ай, пофиг, нападаем. Зефир, Фрэнк. То этому реально пофиг. Почему? Потому что у него урон превращается в отхил, у него есть отхил, ему насрать на то, что у него забирает энергию, он все равно себя хилит, талант превращает урон в отхил, кулдауны в принципе совпадают, и что вы видите? Герой просто не проседает, не убивается, то есть даже лис, по сути, лис по сути, ни хрена сделать не сможет. Вообще никакие герои нифига сделать не смогут этому герою. То есть он неубиваемый вообще. То есть если уже Ронина там лис сливает, но лис есть только у донатов там, либо топ донатов, большинства его нет и скоро еще не будет, то вот эта вот фигня, ну она просто неубиваемая. Я не знаю, или я сейчас найду у кого-то стопов с хорошим дефом. Но это уже все, это предел. То есть идеальный пока, я не знаю, ни одного героя нет, чтобы настолько был круг. Так, ворожай, водушка есть. Есть. А, вот Элис есть. Отлично. А, давайте вот тестанем. Я напал своим лисом, его слили. А, напал Ронином. Вот по нему попадают. Не знаю, или полностью попадут или нет. Снесут, не снесут. Я думаю, что все-таки должны ушатать. Ну, все зависит, конечно же, от точности, но Ронин проседает. Видно, что он улетает по чуть-чуть. Возможно, его не сольют полностью. Но сам факт, что шанс на слив есть, все зависит от того, какая будет точность. Но сливать его будут. Наполовину уже просел. Вот, его слили. А, давайте дальше. Ворожай. Слили. Огнекрыл. Вот тоже выбивается. По чуть-чуть слили. Зефир. Добили. Они были, ребят, супер питомцами. С уклонением. И теперь, вуаля. Для вас спешл. Самый неубиваемый герой на сегодня в игре. Тут можно просто сказать браво IGG. Все супер. Ждем в следующей обнове следующего донатного героя, который будет просто тупо сливать уже барда. И новый талант, который сделает нам еще одного неубиваемого героя. Но вот так вот. В общем, на сегодня это самый крутой герой, который есть в игре, который не убивается, ничего его не берет. Вы можете на него поставить цепелина, пройти любую базу. Вы можете его поставить на атаке фортов, они ее не починили, его не пройдут.
В общем, вот так. Ничего, ну, даже ресает героев, то есть ни хрена вы не сделаете. Вот так вот. То есть один герой, который опять же рушит полностью все. Что я могу сказать? Браво, IGG, вы опять сделали героя, но вы сделали такой талант, который сделал другого героя еще круче. Добавили Лиса, который убивает Родина в такой сборке, но это так относительно, раз на раз, пусть будет. Но Барда, к сожалению, пока слить никто не может. То есть какая бы, какой бы там ни был у меня противник, ну, я вам только что на примере показал топового дефа и топовых героев. Их посливали. Вот воодушевление пошли. Фрея, Зефир, это. Ну, то есть тут без разницы. Тут кого бы я... Давайте лисичку выкинем. Опять. Здесь стоит свыше 26к уклонения на лисице у меня. Даже больше, наверное. Ее слили. Просто слили нафиг. Ворожей. Ворожей не особо сейчас будет проседать тут точности. Ну, лиса, как видите, улетела просто налегке. Как-то странно. Очень странно. Ну да ладно. Ворожей не могут слить. Ну, а Барт, блин, ну... Я вам показал, то есть такая хрень, пока они не подумают нормально перед тем, как вводить какие-то таланты, будет у нас всегда. То есть это сегодня, на сегодня самый жесткий герой, самый неубиваемый герой, благодаря новому таланту. Что бы вы ни делали, какие бы у вас прокачки не были, вы ни хрена ему не сделаете. Ему просто пофиг на все. То есть на всех героев... Это самая большая имба на сегодня, что есть. Пишите комменты, что вы думаете по поводу Бардика. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.